Приветствуем вас на канале Двойняшки на отдыхе. И сегодня мы в отеле Бельчикум Хотел Бич Оледенец. Прямо у ресепшена есть такой небольшой уголок, где можно разместиться и отдохнуть в ожидании своего трансфера или пока ожидаешь заселения. Территория отеля небольшая, но есть огромный плавательный бассейн. Сам отель прошел реновацию в 2019 году и находится в 60 километрах от аэропорта Даламан. Идем знакомиться с отелем и рассказывать, что здесь интересного и как здесь отдыхать. Сейчас у нас по плану сыграть в дартс. Все развлечения заранее озвучивает аниматор. Пока что довольно-таки активно подходит и приглашает поучаствовать в каких-то играх. Вот сейчас мы подошли сюда под дерево, есть тень. В 10:30 начало. Сыграли мы, в общем, в дартс, было очень весело, аниматоры прям зажигают, стараются поднять, так сказать, игровой дух. У нас есть победитель, и сейчас его ведут к бару, чтобы там ему приготовили спешл-коктейль, что-то, наверное, невероятно вкусное и сильно алкогольное. Это коктейльчик победителю. Есть такие качельки на территории, прикольно поваляться, некоторые здесь до поздней ночи сидят в интернете. Вот эти вот номера, они имеют свою такую просторную терраску. И здесь солнышко все прогревает, но таких номеров очень мало, всего 5. При входе сразу две кровати для детей. Рядом двуспальная взрослая кроватка. И выход на балкончик. Здесь прямого выхода нет, ну то есть с видом на бассейн. При заселении не забудьте спросить про сейф. Вам дадут ключики. Сейф здесь бесплатный. А когда заезжаешь, сами не предлагают, но имейте в виду, что такая возможность имеется. И еще на территории, по всей территории отеля, неплохой Wi-Fi, можно зайти в любые соцсети, конечно, никакой фильм посмотреть не удастся, скорости не хватит, но в целом работает все нормально. На территории есть небольшая детская площадка с двумя качельками и малюсенькой горкой. На солнышке. А за этим забором находится другой отель, Оледенец by Z Hotel, про который у нас тоже есть обзор. Мы в нем отдыхали. И его тоже рекомендуем как выбор для отдыха. Бананчики. Солнышко уже достаточно хорошо припекает, мы решили пойти сейчас на море. Море находится очень близко, через променад, но нужно быть очень аккуратным, потому что прямо при выходе из отеля есть площадка, на которую приземляются параглондисты. Я это сделала! Было, конечно, немного страшно. Чем жарче сезон, тем все меньше мест на пляже, и нужно будет с утра приходить и занимать шезлонги. Бывает, погода меняется по несколько раз на дню, то набегают темные тучки, через полчасика выходит солнышко, и погода снова налаживается, и все начинают купаться. Сегодня мы на обед пришли пораньше, заняли хорошее место. У меня такое ощущение, что пошел дождь. Дождь!
наш столик красиво оказался свободным, без крыши, и придется его сменить. Ну, вид был такой, планировалось хорошо тут посидеть и полюбоваться. Надо пересаживаться. Здесь находятся различные горячие блюда на завтрак, на обед и на ужин. Ресторан небольшой. Разместиться можно внутри или на улице, если успеть занять места. Пока что десертный стол практически не тронут, можно его показать. И фруктовый стол. На обед также различная выпечка, масло, неплохой овощной стол со всякими соленьями и вот такие с йогуртом, майонезом, салатики, картофельные кольца, морковь тушеная. Мусака из тыквы и макароны, курица с грибами и вот сегодня рыбка. Фрикадельки замороженные. Мы сходили на обед, поняли, что немножко вышли голодные и решили зайти отведать гизлеме. Вчера было воскресенье, и гизлемешная не работала. Конечно же, сегодня мы воспользовались случаем и пришли сюда. Также прямо возле пул-бара можно взять в течение дня, ну, точнее, после обеда начинают предлагать бургеры, пиццу и картошку фри. Можно смотреть долго, как катают тонко тесто. Здесь, значит, из начинок предлагается с картошкой, с сыром и сыр зелень и с шоколадом. Одна готова, уже выпекается. Очереди вот столько. То есть никого, мы одни. Рядом с бассейном и сразу за баром находится целая такая улочка душа, что, несомненно, удобно. Да еще вид такой красивый на деревья. И здесь же переодевалки и туалет. По улочке, когда идешь на море, на этих пальмах растут бананы. Эта часть, конечно, симпатична. А хотите, я вам покажу большие? А сейчас я вам покажу вот эти большие, вон те большие бананчики. Вот из этих цветочков вырастают потом бананчики. А еще вон там дерево поспевшее есть, которое... А, там большие, кстати, уже выросли плоды. Да, симпатично. Обязательно рекомендуем сходить в Голубую лагуну, если вам вдруг надоело море. Там достаточно спокойно, уютно, и можно взять на прокат спортоборудование. Мы собрались плавать на лодке, но надо сначала одеть такие жилетики. Вода на глубине прозрачная, мы прыгали прямо с каяка, это очень здорово. Мы пришли на ужин. Сегодня мы снова на красивой локации. Приходить нужно ровно в 19:30. Потом столиков уже сложнее найти на веранде. Приходится садиться в помещение. Там немножко тушновато. Ну а мы будем встречать закат и любоваться. Салатики. Сегодня рыбка. Пидешечка, печень жареная на гриле. Вторая часть прямо с этим. Каждый день, кроме воскресенья, в отеле проходит вечерняя анимация. Сначала мини-диско, а потом шоу. Вечером на баре активно, потому что он работает до 11. И все стараются в проб взять напиточки, коктейльчики. Мы сегодня снова прошлись по променаду в Алюдинизе. Здесь просто неимоверно шумно и весело. Уже где-то моргает дискотека, куча магазинов, кафешек и, конечно, очень много уже отдыхающих. Отель удачно расположен, и можно просто прогуливать вдоль моря, посмотреть все различные бары, магазинчики. А музыка в Алюдинизе не умолкает до полуночи, а то, может быть, и больше. И из некоторых номеров все прекрасно слышно с маленькими детьми, то, возможно, это будет мешать.
мы отправляемся на завтрак. Сейчас 9 часов утра. Возле бассейна никого нет. Бассейн здесь большой. И нет ни одного полотенца. Это прям супер. Никто ничего не бронирует. Все в расслабленном режиме. Все спокойно. Не знаю пока, до которого часа завтрак. Касательно обеда и ужина, несколько вчера нас удивило, потому что обед был с 12:30, и еще не было двух, все быстро очень убрали. Мы с детьми пришли 1:30, еле успели взять себе по одному блюду, прям мгновенно все уносят. А ужин начинается только в 19:30, то есть такой большой промежуток времени между приемами пищи. Но на баре возле бассейна готовят в течение дня пиццу, предлагаются бургеры, но, правда, замороженными котлетами. И также рядом с баром пекутся потом лепешки из лимы, но в воскресенье выходной, поэтому вчера мы их не попробовали. Еще такой у нас нюанс. Нам не совсем повезло с номером. Сегодня планируем сходить, попробовать его поменять. У нас номер как бы типа на самом низком этаже, который выходит сразу в тротуар. Вот, и сильнейший запах сырости, какой-то затхлости. Мы проветривали вчера весь день, и кондёр включали, и спали с открытой дверью, запах никуда не девается, прям очень неприятно в нем находиться. Хотим попробовать все-таки этаж повыше взять, я не знаю, что предложит нам или нет. В общем, расскажу, но эти такие номера оказываются с нюансами. При этом у наших друзей тоже такой номер, но они прям возле бассейна, и терраса большая, солнца много, там все это прогрелось. А вот за моей спиной, получается, небольшой комплекс, туда солнце практически не попадает, и там вот прям даже при входе чувствуется вот этот не очень приятный запах. Бассейн большой, вчера здесь даже спортсмен плавал по дорожкам. Впереди находится бар. Как водичка, хочешь попробовать? Ну, давай. Мам, тепло, как вечером. Да? Ну, поплаваешь сегодня, наверное. Дорожка из таких мелких камешков. А вдоль пальмочки растут. Территория красивая, уютненькая. И растут бананы. Целая связка. Вот таких огромных. Все классно. Здесь указана программа анимационная на вечер по дням недели. В воскресенье выходной. Анимации нет. Не знаю, посмотрим, что будет. Вкусная каша. Здесь есть уголок, где можно взять чай, капучино и сок. Свежая выпечка. После завтрака мы решили разместиться у бассейна. Для этого нам нужно взять полотенце. Полотенце в свободном доступе всегда есть при выходе из отеля на пляж. Можно по карточкам в течение дня их поменять на чистые, что очень удобно. И возвращаясь с пляжа, вам не нужно по всему отелю нести эти полотенца, а просто при входе сдаешь. Ну, это, конечно, класс. Здесь приземляются ребята, которые были очень смелыми, прям на дорожку. Поэтому ходить по ней нужно очень-очень аккуратно. Вот, например, вот так практически на голову. В общем, нам показали номер. Вместо того, что на первом этаже у нас был, нам предложили переселиться на самую крышу. Ну, можно сказать, там мансардный этаж. Комната очень маленькая, окошки там тоже маленькие. Если вдруг вам
предлагают эти номера, старайтесь менять, потому что лестница очень крутая, особенно с детьми, это вообще не вариант, однозначно. Даже рассматривать не стоит, и тоже там душновато. Я вообще не знаю, почему здесь прям как будто проблемы в этом отеле именно с проветриванием номеров. Ну, в общем, нам показывают альтернативный вариант номера. То есть у нас сейчас был вот здесь, а предложили вот этот посмотреть. Ну, сейчас проверим, как там по запаху. В общем, решили мы сменить номер также на первом этаже. Здесь посвежее, запаха никакого лишнего нет. Надеюсь, и не будет. И сейчас я покажу, что в номере, как он выглядит. И начнем с ванной комнаты. Ванная комната здесь небольшая. Стоит душевая кабина, раковина. И вот, кстати, для душа наборчики все имеются. Жидкое мыло. Все это есть. Так, номера вообще в отеле достаточно компактные. Вот две кроватки для детей и большая кровать для взрослых. Есть столик с мини-баром, в который тоже можно заглянуть, посмотреть, пополнили или нет. Да, все есть. Напиточки. Так, и в этом номере есть выход на такой балкончик, где можно вечерами посидеть. Стульчики. По этой лестнице можно подняться и выйти к балкончику. Качельки, наши дети бегают. Отдыхая возле бассейна, можно посмотреть, как прямо над головой летают смельчаки. Мы были в числе этих же смельчаков. Наш отдых в этом отеле подходит к концу. Напоследок мы решили покачаться на такой уютной, удобной качельке. Кстати, здесь очень хорошо ловит интернет именно в этой точке, потому что в номерах чаще всего интернет ловит не везде. В общем, что хочу сказать, отдых здесь нам понравился. Все отлично, после того, как только мы решили проблему с номером, все сразу наладилось. По питанию обед немножко слабоват, ужины, в принципе, неплохие. Завтрак до 10 часов. В течение дня работает бар с местным алкоголем. И, конечно, очень красивое море. Единственное, что на пляже каждый день очень мало мест с лежаками. И разместиться там часиков 10 уже сложновато. Надо приходить пораньше. Но мы едем дальше. Впереди у нас новое путешествие и новые эмоции.